Дуже приємно всіх вітати. Вітаємо всіх наших читачів, хто сьогодні дивиться пряму трансляцію на сайті УНІАН. І сьогоднішню нашу прес-конференцію напередодні новорічних свят ми розпочинаємо абсолютно нетрадиційно. І вас будуть вітати зараз одні з героїв новорічної феєрії, а вже безпосередньо після закінчення невеличкого перформансу ми з вами поговоримо про саме новорічну, про ту саму новорічну феєрію, заради якої ми сьогодні всі тут зібралися. Будь ласка. Свен, ну пошли, нам уже пора. Нас ждут журналисты. Ну что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я спел твою любимую песню, да? Хорошо, я спою тебе твою любимую песню. Олени приятнее, чем люди. Свен, верно я говорю. Да, люди нас бьют, обижают, ругают. Одного лишь тебя я люблю. Спасибо, приятель. Но люди приятнее пахнут. Свен, ну скажи, я не прав. Почти как цветы, но только не ты. Все верно, нам спать не пора. Пора. Сладких нам снов до утра. Метель укроет склоны горных вершин и белый-бела земля. Безмолвное королевство, королева стала я. А ветер стонет и на сердце ураган. Мне б его сдержать, но я не могла. Храни секрет, будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок. Но честно все отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день укажет путь. Мне был по душе. А я бегу все выше на ледяную гладь. Страхом не минувших меня уж не догнать. Пора узнать, что я могу. На службу призову бурбу, свободу обрету. Навсегда отпусти и забудь этот мир из твоих грез. Отпусти и забудь, и не будет больше слез. Здесь мой дом, мой снежный удел. Пусть бушует шторм. Свен, идем к нам в лес. Ну ты это, давай, веди себя по-человечески. Тебе что, скучно что ли? Ты хочешь услышать свою любимую историю? Историю о трех сестрах. Мы-то знаем с тобой, что их было трое. Свен, я тебе ее 100 раз рассказывал. Ты хочешь ее услышать, журналисты ее хотят услышать. Но я не могу тебе сейчас ее рассказать. Я расскажу ее 25 декабря. Хорошо? А сейчас, для тех, кто хочет больше узнать о холодном сердце, на все ваши вопросы ответят вот эти прекрасные люди.
будем сказать Клюзя. Ты мой снеговик. Пол, пошли. Насправді дуже приємно, що нас так неочікувано і нетрадиційно розпочалася ця прес-конференція. Дуже приємно, що УНІАН є інформаційно підтримує так само цю чудову виставу. Ну, а тепер перейдемо до більш офіційної інформації. І я ще раз наголошу, що наша сьогоднішня прес-конференція присвячена новорічній феєрії, яка називається «Холодне серце», за мотивами відомого мультфільму компанії Walt Disney. І ця феєрія розпочнеться в Києві 25 жовтня, як сказав сьогодні наш чарівний учасник, один з чарівних учасників прес-конференції. Про сюжет, про ідею, про акторів, взагалі про те, які очікування від організаторів і які сюрпризи для глядачів підготовлені в рамках цього заходу, сьогодні розкажуть учасники нашої прес-конференції. І дозвольте мені представити. Пан Геннадій Солодов – продюсер, пані Тетяна Петраковська – режисер і пан Сергій Сакара – режисер по роботі з акторами. Пане Геннадію, до вас перше запитання, будь ласка. Расскажите нам, что это было? Добрый день, уважаемые зрители, товарищи журналисты. Хотели бы представить вниманию столичной публики нашу долгожданную премьеру «Холодное сердце». Мы готовились к ней более полугода. Это не первое наше мероприятие, но мы считаем, что это самое лучшее. Вот. Ну, более подробно по поводу постановки Татьяна может рассказать вам, как мы к этому шли. Пани Татьяна, прошу, пожалуйста. Да, здравствуйте. Идея постановки у нас возникла около 2 лет. У нас в Одессе очень много новогодних постановок готовилось в то время, и было много постановок на тему «Снежная королева». И мы насчитали около 5 постановок «Снежной королевы» и поняли, что детям всем хочется новогодней новой сказки, которая будет более современная, более новая. И как раз в этот период вышел мультфильм «Холодное сердце», и прототипом этого мультфильма была взята «Холодная королева», и сделали Эльзу, главную героиню, которая тоже дарила детям волшебство, но она была доброй королевой, которая просто боялась своих сил. Ну, это вы уже узнаете более подробно в самой постановке. А, пані Тетяно, Дина, ще уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, можливо, хтось не бачив цього мультфільм? Зрозуміло, що він дуже відомий, але тим не менше. Ну, да. В будь-якому випадку, ті, хто бачив і ті, хто не бачив мультфільм, чи буде цікаво? Тому що, їм цікаво, тому що, наскільки я розумію, як би сьогодні було зазначено в нашому анонсі, це буде абсолютно новий сюжет, абсолютно нові історії, тобто будь-якому глядачу буде цікаво, правильно? Да, ну, сюжет буде не зовсім новий. Ми, звісно, взяли найінтересніші моменти із мультфільму, для того, щоб це були для тех, кто видел мультфильм, но при этом мы сделали свое видение. Мы изучили историю создания мультфильма. Сценаристы Disney планировали изначально сделать 3 сестры. И просто со временем перешли на тему взаимоотношений 2 сестер, и поэтому 3-ю сестру они решили оставить на 2-ю часть. Мы сейчас решили немножко опередить время, и эту 3-ю сестру уже мы подарили ей жизнь, потому что мы придумали ей характер, мы ее воодушевили на сцене, как она будет выглядеть, как она будет двигаться, как она будет говорить, и при этом мы тоже придумали силы для нее какие-то особенные, и дети смогут об этом узнать только на постановке. Поэтому, ну, это было что-то новое. Сюрпризов будет много. Да, да, да. По работе вот с актерами, вот и как раз все, что касается новой героини, вот Сергей, как режиссер по работе с актерами, может более подробно сказать. Сергей, пожалуйста. Ну, мы, скажем, переделали, да, как сказала Татьяна, сюжет. И мы постарались, чтобы в сюжете было воплощено не то чтобы какие-то ценности, а что-то, чему-то эта сказка должна учить, правильно? Сказки чему-то учат нас. Вот. И мы постарались, чтобы главной темой этой сказки были отношения в семье, отношения между братьями, между близкими людьми. Это как между отношения между добром и злом. То есть, как говорят японцы, нет
чисто черного и чисто белого. Везде есть и то, и другое. Ну и также в жизни у нас, да, нет, скажем так, явно выраженного «этот человек зло, а этот человек добро». Сейчас он может быть зло, а через 5 минут он уже будет совсем другим человеком. Мы оцениваем его по фактам, по его событиям, то есть по тому, что он делает. Ну и также у нас главные героини проходят, с ними происходит все. Они могут быть и злыми, и добрыми. Но в конце приходите, узнаете. Пане Геннадію, тоді два запитання. Коли розпочинається вистава, скільки вона буде відбуватися, де буде відбуватися? Тому, будь ласка, таку більш стилістичну. Прем'єра состоялась 19 ноября. У нас це було начало, да, в Одесі, в театрі музикальної комедії. Це було начало, так сказати, нашого большого пути. І підготовлювались ми на самом деле для виступлення в Октябрьському дворці очень, і до сих пор у нас продовжується репетиційний процес, щоб все було на высоком уровне. Поэтому в Октябрьском дворце у нас состоится 6 дней это представление. Оно будет проходить утром и после обеденное время, чтобы всем было удобно подстраиваться, чтобы посетить данное мероприятие. Ну, также уже у нас есть определенный интерес, и нас приглашают уже в другие города после Нового года, уже спланировано гастрольное время. Также самое приятное было, неожиданное, что наши партнеры из Киева, увидев уже информацию о данном событии, пригласили в страны ближнего зарубежья, и мы подготавливаем уже и для этого все варианты, чтобы поехать с этой постановкой. А скажіть ще, будь ласка, я просто, ну, готуючись до прес-конференції, бачила інформацію про те, що ваш спектакль, можливо, навіть буде перекладено на іноземні якісь мови. Ну, так, да, нас попросили, просто в Об'єднаних Арабських Еміратах там не зможуть нас розуміти, поэтому будемо англоязичну версію ще готувати. Тобто, це такий інтересний визов і приємний. Ну, і ще таке запитання, скажіть, будь ласка, чи це буде тільки спектакль? Тобто, що очікує ще глядачів, які будуть приходити в Жовтневий палац? Ну, спектакль – це мало сказати. Мы больше планировали, чтобы это было шоу интересное, с интерактивом. То есть, естественно, традиционно, как перед всеми новогодними постановками, будут встречать их аниматоры, и будет программа фойе интересная. Ну, также все желающие смогут сфотографироваться потом своими любимыми героями. То есть, чтобы это не вышло за рамки обыкновенной театральной. Геннадий говорит это более техническим языком. Наверное, по-другому. Мы хотим... Герои, да. Подарить все-таки детям и взрослым ощущение сказки. То есть Новый год – это всегда, наверное, ощущение сказки. В детстве мы ждали Деда Мороза, мы искали подарки, которые он нам подарит. Вот эта новогодняя ночь, первый снег, который идет – это все праздник, все это сказка, волшебство. И мы, скажем, мы не позиционируем это как спектакль. Даже шоу, мне кажется, это как бы несколько технично звучит. Мы их позиционируем это как создание сказки, создание сказочной атмосферы. Чтобы даже, может быть, мы выходим из концепции как такового театра, мы создаем больше на грани между шоу с каким-то цирком, как, ну, может быть, нам еще далеко до этого, до полного ощущения цирка, до создания. Вот. И театральный драматизм. Цирк, вы имеете на увазе акробатичные какие-то трюки? Про це йдемо? Да, у нас будут принимать участие победители The Games 2016. Вот паркурщики, как бы, они, ну, очень технически будут выполнять трюки. Плюс у нас будут спецэффекты, ну, связанные с огнем. Не будем раскрывать всех фишек. Естественно, будут и лазерные, ну, как бы, спецэффекты. И очень много всего будет другого, но не хочется все раскрывать сразу. Хочется, чтобы зритель пришел и это увидел, как это будет работать в комплексе. Ну, уже. Тем больше еще кажут, краще один раз побачить, ну, да, конечно. И что самое главное, что хотелось бы заметить, в нашей постановке принимают участие дети. То есть, несмотря на то, что постановка для детей, она и с детьми также. Это ученики нашего продюсерского центра. Геннадий является сейчас представителем продюсерского центра Made in Odessa, который был создан как раз для того, чтобы мы могли
развивать новое направление в театральной сфере, в сфере эстрады, театра, чтобы мы могли давать то, что сейчас воспринимает зритель новый. Сейчас дети уже просто театр, где поют и классику и так далее, воспринимают как данное. Но то, что их будет вот развивать и в ногу со временем идти, должно быть, конечно же, шоу. Должно быть ярко, должно быть все, что у нас как бы видеоэкраны полностью, это все транслируется, это все будет очень красиво. И поэтому детям будет более интересно прийти к нам и понять, что вот они живут в 2016 году, накануне 2017 года. Они получают то, что сейчас актуально. Дуже дякую вам. І говорячи про свято, я хочу ще зараз запросити до нашого столу пана Олега Лазарчука, це член спілки ветеранів АТО Солом'янського району. Будь ласка, прошу вас за стіл. Я хотіла сказати, що мені дуже знову ж таки приємно, що ми є інформаційна агенція УНІАН і інформаційно підтримує сьогоднішню прес-конференцію, сьогоднішній захід. І сьогодні пан Олег тут присутній задля того, щоб поспілкуватися з організаторами, да, бо в них є сюрпризи, зокрема, для людей, які роблять для України дуже серйозну справу, за що ми вам, зрозуміло, дуже дякуємо. Пане Геннадію, також сложилось. Ми за продовжительний період організації концерт-театральних мероприятий не забуваємо ще за благотворительну частину. І в форматі дитячих проєктів завжди приглашаємо по возможности малообеспеченных семей, многодетных детей с школ-интернатов, и делаем это во всех городах, где проводим свои гастроли. Мы просим взаимосвязь, чтобы была с отделами культуры города или области, и с радостью, конечно же, приглашаем детей, участников АТО, и хотели бы пригласить большое количество, мы сейчас не будем говорить, что многих пригласим с района, с Киевской области. Мы приглашаем всех детей, участников АТО, и передаем пригласительные. Ну, можете зробити це прямо зараз, так. Да. Якщо можна, потисніть, будь ласка, один одному руку, щоб встигли ми зафотографувати. Пане Олеже, будь ласка, декілька слів. Прошу вас. Дякую. Я представляю спілку ветеранів АТО Солом'янського району в місті Києві. На сьогодні в нашому районі мешкає майже 2000 ветеранів війни на сході України, в яких є більш ніж 300 дітей шкільного віку. Тому цей подарунок новорічний буде більш ніж доречний, і я від цього серця дякую вам. Дуже дякуємо вам. Насправді, я дуже вам так само дякую. Шановні колеги, якщо у вас є запитання, ми можемо до них перейти, бо так відбувається, що тільки запитання задаю поки що я. Так, будь ласка. Олександр Кривенко. Хотілося б уточнити географію по Україні. Чи будуть в ваших гастролях міста сірої зони, тобто там, де особливо зараз відчувається ця потреба в радості, у касі? Пока у нас уже спланировано это посещение Херсона, Николаева, Кривого Рога, потом дальше будут концерты в Харькове, Днепропетровске, и на период весенних каникул мы ведем переговоры с партнерами на Западную Украину, поедем, сделаем тоже гастрольный тур. И к нам обращались с Донецка, но мы сейчас ведем переговоры, просто понимать, как нам с данной постановкой в ту зону поехать. Мы, конечно же, планируем Мариуполь, концерты в той зоне провести. Просто как бы это все сделать технически, как бы мы это с радостью проведем, конечно же. Чудово, шановні колеги, чи ще якісь запитання? Насправді дійсно дуже така ґрунтовна прес-конференція. Тоді в мене ще, пане Геннадію, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, приблизно на яку кількість глядачів ви очікуєте? Тобто, у вас є певна кількість спектаклів, тобто скільки дітей, які живуть в Києві і неподалік нього, ви розраховуєте порадувати на новорічні свята? Скільки приблизно? Взагалі масштаб мероприятия, він на 6 днів розраховано, і по 2
мероприятия в день, а необъятный зал Октябрьского, он там вместительный, поэтому, ну, приблизительно там около 20 тысяч мест на все представления. Ну, могу сказать, что около трети уже билетов проданы, есть большой интерес на постановку, и мы с радостью приглашаем всех, ну, помимо того, что именно делаем пригласительные, хто в цьому нуждається. Да. Тому, закінчуючи нашу прес-конференцію, я хочу ще раз нагадати, що новорічна феєрія має назву «Холодне серце». Вона стартує з 25 грудня і буде проходити до 30 грудня, включно в Жовтневому палаці міста Києва. Запрошуємо всіх, хто ще нічого не знав про цю феєрію, почитати про неї більш детально, зокрема, от на сайті Уніан вийде новина про це. І, звісно, що запрошуємо всіх відвідати цей спектакль для того, щоб відчути свято назовні і святкова атмосфера, щоб дійсно була в кожній родині. І, в принципі, ще трошечки зарано, але завдяки тому, що у нас сьогодні приємна дуже тема, хочемо всіх заздалегідь привітати з Новим роком, да? З Різдвяними святами. Дуже приємно. Да. І, закінчуючи ще прес-конференцію, хочу подякувати вам, шановні колеги, подякувати вам, шановні читачі нашого сайту Уніан, і, шановні учасники, вам за дуже цікаву прес-конференцію, головне, дуже весело напередодні новорічних свят. Дякую. Благодарю вас.